готовился к нашей встрече и слушал, смотрел всяческие ваши интервью. И вот в недавнем июньском интервью на «Маяке» вы часто употребляли глаголы «победить», «воевать». То есть такое впечатление, что вы воспринимаете жизнь как борьбу, что вы все время вот стараетесь... Воевать? Я такого не помню. Да, может быть, но победить-то точно. Да, победить, да, а воевать просто это совсем не ваше. Не мое. А борьба? Борьба — это естественный процесс, потому что если человеку все плывет в руки и легко все достается, он ничего в жизни не способен оценить. А дело не в том, чтобы бесконечно бороться и завоевывать, ага, а дело в том, чтобы уметь, как сказать, не то, что там драться, а уметь давать сдачи и уметь понимать, за что ты хочешь бороться. Потому что есть вещи, вот, есть вещи, которые просто ты пропускаешь. Ага. Ну, это не нужно. Потом, если ты ничего не можешь с этим сделать, угу, что бороться с ветряными мельницами? А если ты понимаешь, что ты можешь что-то изменить, угу, изменить для себя, для своих близких. Ведь ты борешься, вот если говорить серьезно об этом слое, только за тех и за то, что тебе жизненно необходимо, угу, очень важно, ты сам это понял, угу, и за тех людей, которые тебе дороги. А все остальное, ну, как сказать, жизнь показывает, что надо иногда пропустить. И вообще надо иногда поплыть по течению, и расслабиться, и получить удовольствие. Ну, как-то мне кажется, что все-таки бороться вот это, ну... Не женская тема. Женская тема – интриговать. То есть вот я совершенно не умею интриговать. А бороться умеете? Бороться умею. Причем мыслью. А мыслью, да. Вот не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».